18 января в ходе первого в этом году заседания областного парламента депутаты обсудили, как наиболее эффективно распределить появившиеся дополнительные средства областного бюджета. Подробным докладом выступил председатель правительства Александр Смекалин. По его словам, ресурсы для увеличения финансирования удалось аккумулировать за счет 20% сокращения расходов на содержание аппарата управления, а также дополнительных поступлений из федерального бюджета. Таким образом, правительством уже подготовлен документ по распределению 2 миллиардов 16 миллионов рублей дополнительных доходов. Сумма пойдет на решение вопросов социально-экономического развития области, а также исполнение наказов избирателей. Их распределение будет утверждено на внеочередном заседании областного парламента, которое пройдет в первых числах февраля.